Студентам не до сессии. Студенты живут весело. Концертные залы высших учебных заведений вновь заполняются до отказа. Факультеты борются за звание лучших из лучших. На старте ежегодный фестиваль «Студенческая весна». Ради одного полуторачасового шоу месяца репетиций. Каждый концерт – это своеобразная театральная постановка. Ее сценарий до конца держится в секрете. Все карты перед зрителями артисты раскрывают на смотре визиток. Одними из первых увидели их и мои коллеги. Почему люди носят маски и зачастую прячут истинную сущность? Вот уж действительно задача – раскрыть на сцене все тайны человеческой души. Взялись за нее студенты экономического факультета. Концерты этой команды всегда проходят при полном зале. Не раз экономисты становились призерами фестиваля. Запретный плод, а точнее бриллиант, на студвесне манит будущих акул пера. Похитить его пытаются многие, но в итоге заветный камень не достается никому. Развязка этой загадочной истории удивит многих, обещают молодые журналисты. Продолжение следует. Большой концерт уже не за горами. Команде технического факультета в этом году решили не следовать принятым стандартам. Студенты говорят, что многие концерты похожи друг на друга, словно под копирку. Постановщики этой визитки покреативили на славу. Еще никогда на сцене Дворца культуры ЧГУ не появлялся настоящий фонтан. Вот так каждый год будущие экономисты, юристы, историки примеряют на себе образы артистов, танцоров и режиссеров. Перед концертом они готовы жертвовать многим. Личным временем и даже деньгами, которые как вода утекают на декорации и яркие костюмы. Мне кажется, успех студвесны – это тот момент, когда ты стоишь на сцене, смотришь на хлопающий стоя зал, и ты понимаешь, что это та вещь, которая тебя объединила с этой огромной массой людей. В этом году за звание абсолютного лидера студвесны ЧГУ поборется 9 команд. У каждой на руках свои козыри, но первые оценки студенты уже получили. Все были хороши. Было все идеально. И представление каждого факультета, и вообще в общем общее впечатление. Главный приз на всю команду – вот этот переходящий кубок. Отдельно каждому участнику путевки по старинным городам страны. Большое турне они отправятся после фестиваля. Дмитрий Ковалев, Леонид Клейман, Республика.